Воронежский детский фонд проводит большую работу по защите детства. И, наверное, мы бы не справились с таким объемом работы, если бы нам не помогали друзья и волонтеры. Уже 4 года нам помогают юные газетчики. Это школьники Воронежа, которые на каникулах приходят в редакцию газеты «Мое» и распространяют газету «Мое», какую-то прибыль. И вот юные газетчики действительно приносят средства, которые можно пустить на то, чтобы оказать помощь конкретному ребенку, конкретной семье. Вот в прошлом году летом я помню такой случай, когда ребята пришли и принесли определенную сумму денег, которую они заработали, продавая газеты, а в это время в фонд пришла женщина с просьбой помочь ребенку, который лежит на Ломоносова в детской больнице. И вот буквально на глазах у ребят эти денежки были переданы маме, и с какой благодарностью, со слезами в глазах она благодарила этих ребят. Буквально на прошлой неделе ребята пришли и принесли сумму, я могу назвать точно эту сумму, 14 500. А сейчас детский фонд, я думаю, как и весь Воронеж, и, наверное, многие другие города, мы работаем, главное, по программе «Помощь беженцев». Мы закупили постельное белье и полотенце. И мы будем рады, если юные газетчики, наши воронежские школьники, поедут с нами сейчас в интернат, да, и в санатории, где размещены вот беженцы с Украины, чтобы сами дети пообщались друг с другом, чтобы дети подарили им то, что мы закупили на деньги, заработанные юными газетчиками. Спасибо. Спасибо огромное газете «Мое» и ребятам, которые согласны на эту работу.